Почти 70% экспорта Республики Беларусь в США приходится сегодня на парк высоких технологий. Примерно такая же картина существует и по многим другим европейским странам, где мы активно работаем. В связи с нашим ростом стали сегодня мы уже активно присутствовать и в Японии, и в Корее. На сегодняшний момент парк высоких технологий – это 152 компании, это 25 тысяч инженеров-программистов, и это рост на протяжении последних 5 лет.